Комитет по туризму Московской области информирует, если вы купили путевку в страну, где в настоящее время неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, и туроператор отказывается переносить тур или возвращать деньги, вам нужно отправить письменное обращение туроператору с требованием о расторжении договора. Второй шаг – обратиться на сайт Роспотребнадзора с описанием ситуации. Если вопрос не решается положительно, сообщите о проблеме на горячую линию Ассоциации «Турпомощь».